Красную площадь вносится государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В знаменной группе военнослужащие батальона почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Командует полком подполковник Олег Горшенин. Полк обеспечивает проведение мероприятий с участием руководства страны. Более 55 лет со дня своего образования солдаты и офицеры почетного караула несут гарнизонную службу и являются неизменными.